Здравствуйте, добрый вечер. Сегодня у нас будет мясо и с картошками. Я поставлю обычное масло, обычную нажарку. Здесь где-то 2 стакана, или 20 грамм. Так, обычное масло я поставила. Сейчас масло горячее будет. Там у меня жир баранины здесь, где-то 10 грамм. Нарезанным маслом кубиками. Маленький. Когда масло горячее будет, потом я положу. Все, у нас масло горячее стало. Я положу теперь это жир баранина. Чуть-чуть красный сделаю, чтобы тесть пошло на масло у нас. Чуть-чуть слегка красный сделаю, потом возьмем. Вот так поставим. Слегка будет красный, потом возьмем. Вот у нас... Вот, у нас красный стал, теперь возьмем масло. Это жир баранина. Нет. Возьмем вот так. И отправим картошку. Положим картошку потом. Картошку тоже надо когда красный сделать. Так оттонуть. Внимание не обращайте, это мне сынок. Маленький еще, не знает, чего хочет. Кричит везде. Поэтому внимание не обращайте. Все, у нас готова картошка. Теперь картошку отправим. Запах баранины уже вышел. Картошку я вот так отправлю маленькую. У меня картошка большая была, поэтому я на 2 часа сделала. Огонь меньше сделаем, чтобы картошка готовилась. Не только красный. Кто любит баранины жир, поставьте. Кто не любит баранины жир, просто так сделайте. Все. Теперь на маленький огонь картошку жарим до красного цвета. Все готово, картошка золотистой стала. Я сделала это емкость, казан. Теперь нашу картошку сюда положим. Какой-нибудь емкость. И мясо отправим. Мясо мне баранина и говядина. Половина килограмм, половина килограмм баранина и говядина. Теперь картошка тоже еще жарим. Мясо тоже жарим, как картошку. Потом используем. Я положила мясо, как жарить. Теперь мне надо чуть-чуть слегка посолить нашу картошку, соль поставить. Все, ждем пока. Я раскатала, у меня сегодня лепешка тоже будет, потому что мы любим мясо с лепешкой будет кушать. Обычная лепешка, мука, дрожь, вода и все. Теперь будем нам дизайн сделать. Я вот так пришиплю края нашей лепешки с помощью руками, вот так сделаю дизайн какой-нибудь, сделаю вот так пришиплем и все. Вот у нас я пришиплю. Вот так выглядит наша лепешка.
Теперь у меня вот на кексике есть вот такие дизайн. Я хочу с этим делать. Вот так. Я нажму и все. Вместо нумпара я это использую. У нас нумпар используют, я хочу это использовать. Вот, наша лепешка красиво выглядит. Ну, давайте поставим на этот лист и отправим на духовку. Вот наша лепешка. Я один чуть-чуть сделала, ничего страшного. На все закончилось. У меня мясо жарилось до красного цвета, вот так. Теперь мы поставим мясо вниз. А картошку наверх положим. Возьмем мясо все, картошка наверх и положим. Вот так с руками можешь. Мясо вниз, потому что у меня краснее мясо. Чуть-чуть вода с солью мы сделаем. Положим. Еще масло. Слегка масло положим. Тоже. Где-то 2 чайные ложек. Некоторые чайные ложки, посмотрите сами, сколько килограмм у вас есть. У меня здесь мельчение зира. Я чуть-чуть вот так сделаю, положу. Все. Поставим хорошенько мясо на одно место. Все, у нас картошку я положила, нашу смесь я положила. У меня где-то половина стакана вода и чайный ложек соль. Посмотрите сами на вкус. Помешивайте вот так. И положим сюда. Воду. Закрываем. На маленький огонь поставим где-то 30 минут. На маленький огонь. После 30 минут мы возьмем блюдо, готово будет. Все, у нас закончилось мясо уже. Я положу на одну сторону нашу картошку. Я взяла картошку, чтобы не было много. Мягкий. У меня лепешка закончилась. Я нарезала лепешку. Вот так я тоже положу лепешку. Я люблю с лепешкой. Вот так положу. И где-то 5 минут поставлю. Да, лепешка мягкая была. Все. Все закончилось. Вот так выглядит наше блюдо. Это наше мясо. Я петрушку нарезала. Сейчас нам положу петрушку. Круп. Все. Положим вот так наверх. Все. У нас готово. Блюдо.
Здесь у меня мясо с картошкой. Здесь у меня называется жгучка у нас. Соус острый. А здесь у меня моя лепешка, которую я поставила. Вот это мне лепешка. Еще горячая, только что я взялась. Вот так выглядит наша лепешка. Ну, всем до свидания. Кому понравилось, напишите на наш канал, поставьте лайки. Нажмите колокольчик, новое видео приходит. Нажмите пальчик наверх. Приятного просмотра всем. Ну, давайте всем до свидания. Пока-пока.